В Одессе за двое суток выпало 93% месячной нормы осадков. Коммунальные службы города в круглосуточном режиме убирают снежные завалы. Около 3000 дворников, трактористов и других коммунальщиков участвуют в расчистке дорог, тротуаров и остановок. Проезжую часть посыпают песчано-солевой смесью. При этом в одесских ЖКСах совершенно свободно могут взять лопаты все те, кто хочет собственноручно расчистить тротуары. В ночь на четверг снег расчищали 109 единиц техники КП «Городские дороги», а также 22 единицы спецтехники КП ЖКС. Использовали более 1000 тонн песчано-солевой смеси. В горисполкоме рапортуют, проезжаемость на магистральных дорогах Одессы сейчас нормальная. Также чиновники напоминают номера телефонов аварийных служб города. Дежурная часть 097-958-89-32 и 701-8308. Контрольно-диспетчерская служба департамента городского хозяйства 705-48-51 и 705-48-52. Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 1577 и единый центр обращения граждан 705-55-55 и 1535.